Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор опять покупок. И это уже покупки онлайн с магазина Love Organic. Если вам интересно узнать, что же я себе там приобрела, что же я выбрала, тогда продолжайте смотреть. Начну с того, что вообще, как я уже говорила в одних из своих покупок, я попробовала одно масло, которое является от производителя Эколаб. Оно меня впечатлило, и я решила просто повторить покупку и искала в интернете, где можно купить онлайн именно косметику Эколаб, и случайно нарвалась именно на такой сайт, как Love Organic. И, собственно говоря, я сделала заказ. Ну что, девочки, начнем. Во-первых, пришло мне, я не скажу, что все очень быстро, я ждала, наверное, ну, достаточно долго. Но это все наша почта, я так думаю, то, что девочки и сотрудники именно этого магазина, интернет-магазина, они все достаточно быстро сделали, но я знаю то, что на почте всегда достаточно все очень долго, и поэтому приходится ждать. Пришло оно мне все вот в таком пакетике. Пакетик был упакован в коробку. Знаете, такая вот коробка, пакет, в пакете еще это было все упаковано в пленку, знаете, такой курица в яйце, яйце в утке. Но это здорово, потому что кроме одного продукта все дошло целым. Ну что, приступим. Сам заказ у меня был небольшой, но очень весомый. Я зашла на сайт Love Organic только за одно средство, которое меня впечатлило до этого, и я его решила продублировать. Это масло от фирмы Эколаб. Органик органа, хайр ойл, масло для волос, для восстановления слабых и секущихся волос. Это масло, которое имеет такой, знаете, специфический аромат розмарина, но я его захотела продублировать. Вот это масло. Поближе, конечно же, вам его покажу. Что могу сказать, на этом сайте оно стоило что-то в пределах 250 рублей, девочки. К сожалению, выбросила вот именно товарную накладную, которая мне пришла. Но я знаю, что она стоила чуть больше, вот 238, по-моему, его цена была, какая-то такая. И с учетом того, что предыдущее масло я брала в пределах 500 рублей, это в половину дешевле, поэтому я его сразу же закинула себе в корзину. Оно там, благо, в наличии было. Мне очень нравится то, что оно действительно органическое, это масло, и здесь присутствует органовое масло, органическое масло оливы, миндаля, зародышей пшеницы, витамин Е, коллаген и комплекс молочных протеинов и объем 200 мл. Вы понимаете, то есть как бы вот сам продукт в 200 мл настолько у меня убрал головную боль о том, что можно смешивать какие-то масла, там что-то добавлять, менять. Тут есть все в нем, есть помпа-дозатор, которая закрывается, и можно спокойно наносить на волосы и как бы ухаживать за своими волосиками. Но на этом я не остановилась, и там же у этого производителя от фирмы Эколаб к моему вниманию обратилось вот такое вот масло для укрепления и роста волос. Тут у нас активные компоненты льняное масло, органическое масло миндаля, зародыши пшеницы, витамин Е и протеины, шелка и коллаген. На самом деле, если бы я это все покупала по отдельности, оно было бы мне в разы дороже, потому что вот эта упаковка также в 200 мл мне обошлась тоже в 240 рублей. А если бы я эти все масла покупала по отдельности, я думаю, вот если хорошие масла, да, к примеру, я покупала бы по отдельности, ну, наверное, больше 1000 бы у меня ушло, а здесь я, можно сказать, сэкономила. И также идет все в упаковочке. Такая же абсолютная упаковка, 200 мл, темный пластик. И единственное, конечно, то, что мне эта упаковка пришла чуть-чуть, вся, вот сама коробочка вся в масле, если сравнивать, будет видно. Она вся в масле, но немножечко продукт протек. Но как бы ничего страшного, благо, что не все вылилось и все нормально. Как бы, в принципе, мне все понравилось. Им я еще не пробовала, сейчас просто пользуюсь
которая у меня сейчас стоит, я допользую такую же упаковочку, которая у меня сейчас стоит, которой я пользуюсь. Этим я тоже, конечно же, попробую и обязательно напишу отзыв, либо сниму отдельное видео о маслах от Эколаб. Если вам интересно, пишите комментарии. Я, конечно же, это все сделаю, если вам это будет интересно. Так что вот такое маслице, которое, повторюсь, стоило всего 238-240 рублей, это в половину дешевле, чем я покупала собрата предыдущего в обычном магазине. Следующее, что я купила, это была маска. И это маска Organic, Планета Organic. На самом деле, по-моему, в корзину я закидывала немножко другую маску. Тоже она идет с грязями, но мне положили почему-то эту. Это стоит... Я заказывала маску, которая стоила в пределах 100 рублей. Эта маска стоит у них на сайте, насколько мне известно, по-моему, 160 рублей, если не ошибаюсь. В общем, эта маска глубокое очищение, очищает поры, черные точки, мгновенно гладкая, ровная кожа. Здесь ее 75 миллилитров, и как бы она содержит у нас торф и калин, арктический торф и калин. Я ее еще, по-моему, не пробовала, я ее вот только купила, выбросила упаковку и поставила в ванну, и думаю, сегодня, конечно же, потестю. И обязательно, если вам интересно, я сниму отдельно видео о своих масках, мое мнение, какие стоит покупать, какие не стоит покупать. Пишите, конечно же, в комментариях, и я обязательно приму это все к сведению, ваши все пожелания. Так что всецело, в принципе, у нее такой, знаете, я хочу сказать, приятный аромат, приятно кремовый молочный почему-то аромат, и... Не знаю, тут, кстати, содержится еще исландский мох и микрокапсулы витамина А. Может быть, он подходит для нормальной, жирной и комбинированной кожи. У меня, единственное, с чем я все время борюсь, и неоднократно повторяюсь, я борюсь с черными точками. И мне надо, чтобы у меня всегда поры были глубоко очищены, потому что у меня именно поры такого рода, что если у меня появляется какое-то высыпание, мне нужно, чтобы прям вот пора раскрывалась, и оттуда все выходило. Ну, как-то вот так вот мне объясняли. Так что вот такая вот масочка, конечно же, это вам все покажу поближе, чтобы вы посмотрели поближе. Но вот пока я ей еще не пользовалась, но обязательно попробую, попользуюсь и вам расскажу, что это за зверек такой. Следующее, что я попробовала и купила впервые, и хочу сказать то, что для меня это прям что-то новое, реально новое, потому что такого рода я вообще ни разу не встречала. И это фирма Bio Beauty. Производство, производитель у нас идет Новосибирская область, называется фирма Beauty, биочистка классическая. На самом деле, у меня единственное, что подкупило в ней вообще, что это минерально-солевой комплекс для умывания и глубокой очистки. Я ее взяла не себе, я ее взяла своему супругу, потому что у него кожа нормальная, склонная к жирности, она у него такая, знаете, прям вот ее нужно прочищать, но обычные умывалки и обычные какие-то мыла, так скажем, которые я ему беру, но для него они как-то слабоваты. И я решила ему взять такую биочистку. Для себя бы я, конечно же, взяла для сухой чувствительной кожи, а ему решила взять вот такую. Конечно же, поближе покажу. Что нам пишет производитель? То, что ее нужно размешивать... То есть это просто порошочек, который нужно высыпать на руку, добавлять воды, размешивать и распределять по лицу, не тереть, а просто вот именно в течение минуты подождать чуть-чуть, а потом умываться. И ваша кожа будет, конечно же, как пишет производитель, как после бани. Я люблю баню, мой муж любит баню, и поэтому я ему ее взяла. Стоила на сайте, по-моему, в пределах 450 рублей.
Я ее взяла, мужу один раз нанесла, он, конечно же, на меня поругался, потому что ему жутко щипало просто всю кожу, он мне сказал, это просто какой-то кошмар, что она сильно очень-очень щиплет. Я, конечно же, ее попробую сама, и отдельно я сниму видео, я думаю, вам, если вам интересно, конечно же, пишите комментарии, потому что если вам не интересно, смысл мне будет об этом продукте снимать. Но вообще, как бы хочу сказать, вот к ней прилагался вот такой вот листочек, очень много чего написано о ней, и то, что... В течение 8 недель, в течение 2 месяцев мы видим реальный результат очищенной кожи, и мне кажется, очень даже интересно и заманчиво написано. Конечно же, имеется единственное противопоказание, это непереносимость каких-то ингредиентов, которые содержатся в данном препарате, как пишет производитель. Но тут все достаточно подробно описано, как ей нужно пользоваться. Так что я хочу сказать вам, да. В принципе, я довольна, что я взяла, и после того, когда я первый раз ее попробовала супруга, единственное, могу сказать то, что ему, как я уже повторюсь, ему щипало, а еще он сказал то, что кожа действительно такое впечатление, что она у него как бы, ну, такое ощущение стало странное, именно более свежее, что ли, ощущение, так что я и воспользуюсь, и вам уже отдельно расскажу, потому что у мужчин спрашивают, сами понимаете, у них... На все один ответ нормально. Ну вот, девочки, это был весь мой заказ на этом сайте Love Organic. Конечно же, ссылочку по возможности оставлю под видео. Не забывайте подписываться на меня здесь, чтобы не пропустить новое видео. Не забывайте подписываться на меня в Instagram. И, конечно же, я вам желаю хороших, удачных покупок, хороших скидок. Берегите себя и своих близких. А мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео. Всем пока-пока!